В День знаний после капитального ремонта, проводимого в рамках государственной программы образования Подмосковья, Малаховская 46-я гимназия встречает учеников. На торжественной линейке в обновленном учреждении побывала наша съемочная группа. Детских голосов в этом школьном дворе не было с начала года. Именно тогда приступили к реконструкции здания, построенного еще в довоенное время. Теперь обновленная и современная школа вновь готова встречать своих учеников. Получила школа новое учебное оборудование, интерактивные доски и так далее. Конечно же, вы сами чуть позже узнаете, посмотрите это все. Я думаю, что старшеклассники оценят, потому что они помнят то, что было. Дорогие ребята, учитесь хорошо, впитывайте знания, слушайте своих, конечно же, и педагогов, учителей, и своих родителей. Огромное количество наших земляков, несколько тысяч, которые вышли из стен нашей гимназии, прославляли нашу страну. И в этом году, конечно, праздник вдвойне, потому что школа, по сути, обрела новое лицо. Желаю вам того, чтобы через 50 лет, как бы, наверное, сейчас это не резало слух, вы обернулись назад и сказали: мы сделали все возможное, чтобы сделать нашу страну великой. И мы это сделали. А наш путь начался здесь, в нашей 46-й гимназии. Преображение гимназии налицо. Поменялся не только внешний вид кабинетов и рекреаций. Большая работа проделана по замене кровли и инженерных систем. Школа получила новую жизнь. Мы очень рады, что она открылась. Да, наша родная, уютная, любимая. Делали очень красивый ремонт. Мы здесь с первого класса. Теперь очень хорошее оборудование, новые парты, мебель. Вообще очень красиво. И наконец-то мы въезжаем обратно в нашу любимую школу. Мы очень счастливы. Главные герои праздника – первоклашки. В этом году ряды воспитанников 46-й гимназии пополнили 60 детей. На учебу настроен каждый. Пообещала родителям, что буду хорошо учиться. Я хочу учиться, поэтому пришла в школу. А как учиться будешь? Хорошо. После торжественной линейки малыши в сопровождении своих учителей и 11-классников первыми зашли в здание гимназии. Там их ждали светлые отремонтированные кабинеты, новые парты и учебники. К урокам можно приступать. Мы хотим учиться! Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.